привет и добро пожаловать на мой канал. И сегодня очередной выпуск пустых баночек. Разгребаю дальше все свои мешочки, вытаскиваю все из сусеков и показываю вам. И видео будет, скорее всего, длинным, так что давайте скорее приступать. Первое, что я вам хочу показать, это будет шампунь и кондиционер от фирмы Desert Essence. И это органические продукты. Конечно, составы не абсолютно такие прям идеальные, органические, забегая вперед скажу, но это их знаменитая виноградная серия. И действительно, этот шампунь и этот бальзам, они просто прекрасны, на мой взгляд. Во-первых, это приятный аромат, пахнет действительно красным, сочным, спелым, натуральным виноградом. Настолько вот супер. Шампунь отлично промывает волосы, очень хорошо волосы после блестят, не загрязняется, не остается как-то, да, ощущение, что вы не домыли волосы, не пересушивает в то же время. Просто обалденный шампунь, а вот кондиционер, вернее, вот он был шампунь, а вот кондиционер. Что касается кондиционера, я уже неоднократно сравнивала и говорила, что мне напоминает лучшие маски от L'Oréal Professional именно вот этот вот кондиционер, потому что на самом деле волосы после него настолько напитаны, настолько увлажнены, такой красивый блеск, и волосы легко расчесываются, то есть не нужно никаких дополнительных еще средств. Просто супер, обожаю эту серию, рано или поздно обязательно снова повторю, заказывала на iHerb и вам советую тоже. Стоили они что-то 6 или 7 долларов, что-то такое, конечно, по нынешнему курсу не так дешево, но они того стоят даже по этому курсу, на мой взгляд. Следующее, что вам покажу, это будет тоже шампунь и кондиционер для волос, это фирма Oléo d'Or. И мне прислала это блондиночка, девушка-блогер из Японии, за что ей огромное спасибо. Что касается этих средств, я уже говорила, наверное, это японская фирма, не знаю точно. Хотя, да, сделано в Японии, так что, скорее всего, это японская фирма. Очень хороший состав, запахи, ароматы просто потрясающие. Подойдет такой шампунь и бальзам для тех, у кого вот прямо обезжизненные, мне кажется, сухие какие-то волосы, поврежденные слишком. У меня волосы нормальные, и, честно говоря, мне утяжелял очень сильно и шампунь, и бальзам. У меня после было ощущение таких грязных волос. Но зато моей маме, хотя у нее тоже вроде волосы нормальные, эта серия подошла, и она благополучно пользовалась. Если честно, ой, я аж подавилась, эти баночки выкидывать даже не хочу. Что-нибудь в них перелью, не знаю зачем, но просто такой твердый пластик, такие красивые упаковки и вообще дозаторы здесь настолько добротные. Так что не знаю, выкину или нет. Вытаскивая следующие средства, у меня такое ощущение, что это, знаете, видео по уходу за волосами, потому что это снова для волос, только это уже фирма Nature's Gate, тоже заказывала на iHerb, и это их серия шампунь и кондиционер с гранатом. Я что могу сказать? Объем большой. Дозаторы, в принципе, несмотря на то, что здесь нет помпы, удобные, потому что продукт, эти средства доставать довольно-таки легко. Легко они вытрухиваются отсюда. Что касается составов, то составы, ну, здесь, в принципе, сказано, вернее, вот я смотрю, вроде как всякие, даже если вредности, то они якобы растительного происхождения, ну, в принципе, неплохие составы. Мне понравилось. Я не могу сказать, что это то же самое, что Desert Essence, что вот прям настолько же мне идеально они подошли. Но объем большой, шампунь хорошо промывал волосы. Немножко мои волосы утяжелял. Идет для окрашенных волос, то есть, соответственно, если для окрашенных, это значит, нужно сильное питание, нужно хорошее увлажнение, потому что волосы как бы испорчены. Но у меня волосы не в таком, мне кажется, ужасном каком-то состоянии, поэтому мне такого прям радикального, знаете, ухода не требуется, поэтому слишком питал он мои волосы, чуть-чуть бы меньше, и вот мне кажется, он подойдет тем, у кого действительно волосы немножко так подпорчены, или, может быть, даже слишком пористы. Что касается бальзама, кондиционера, вот он мне, кстати, вообще никак не понравился, после него просто волосы легко расчесывались, все. Ни какого-то супер приятного аромата. Ну, как... В упаковке пахнет приятно, действительно, гранатом, как и гель для душа. Но вот на волосах этот запах у меня, например, не оставался. Ни от шампуня, хотя шампунь тоже приятно пах.
Да, приятно пах, очень такой приятный. Вы знаете, я бы сказала бы не гранатовый, а какой-то карамельно-ягодный. Просто вот аромат очень-очень приятный, конфеток каких-то таких. И могу посоветовать для тех, у кого волосы действительно чуть подпорчены, и кому нужно такое вот питание, дефис увлажнения, что-то вот вместе взятое. Я вряд ли куплю их снова, было интересно попробовать, расходовались очень экономно. Шампунь хорошо очень пенился, хорошо, в принципе, очищал, но, тем не менее, не возникает желания купить их снова. Ну, давайте тему с волосами мы с вами закончим, закроем. У меня закончился вот такой вот спрей, он назывался у нас выпрямляющий спрей с эффектом утюга. Это Ли Стаффорд фирма, здесь 200 мл было. Жутко химозный аромат, вот просто голимая химия на самом деле, ужасный-преужасный аромат. Но мне знаете, что нравилось? Здесь я сказала, да, 200 мл. Мне нравилось то, что волосы очень становились, если пользоваться утюжком, очень блестящие, вот просто нереально блестящие. И в то же время волосы, мне нравится вот это вот чувство, когда волосинка от волосинки отделена, когда они не как будто бы склеились, а когда на самом деле волосиночка к волосиночке прямо. Вот этот эффект, он потрясающе давал именно вот этот спрей. Поэтому, если вас не пугает аромат, но нужна действительно защита, и чтобы вот было именно такое ощущение супер блеск, то тогда могу посоветовать именно этот спрей. Снова к теме коробочек Allure Box. Вот за что я их безумно полюбила и теперь все подряд заказываю? За то, что есть возможность пробовать разные продукты и задуматься о покупке каких-то, например, дорогих средств, но уже их попробовав на себе. Одно из таких средств у меня было от фирмы Clarins. Это вот такой вот концентрат, фотография вот на обратной стороне, для глаз. И здесь было аж, кстати, 7 штук по 0,4 мл, вот на каждый день. Притом мне одной вот этой вот таблеточки хватало аж на 2 дня. Или хватало, да, хватало на день, на утро и на вечер использовать. Я 7 дней воспользовалась. Это был такой крем, довольно-таки густой, питательный. Во влогах вам тоже его показывала я. И заявлено, что... Значит, морщины будут разглажены, темные круги, отеки под глазами сокращены, кожа вокруг глаз подтянута. Подтягивалась, увлажнялась, морщинки никуда не делись, но мне понравилось, знаете, действительно ощущение. Вот сейчас покажу вам следующий крем для глаз, который закончился, и они чем-то похожи, только этот, он не силиконовый, он такой вот просто жирненький, хорошо впитывающийся, действительно концентрат. И вы знаете, да, он мне правда понравился, не уверена, что я купила бы его, хотя, в принципе, не могу сказать, что не заметила вообще там никакого эффекта. Но вот во что я влюбилась, это крем для глаз от фирмы Шисейда. Покупала на свой день рождения еще в декабре месяце, и потом вот я где-то с конца декабря, начала января, начала им пользоваться каждый день. Это такой вот крем Шисейда Bio Performance, супер корректирующий крем для контура глаз, очень красивое и оформление коробочки, и сама упаковочка, даже жалко, знаете, что он у меня закончился, вот такой вот здесь дозатор, помпа, здесь 15 мл, этот крем, он очень-очень такой жирненький, он немножко силиконовый, но он настолько хорошо подтягивал кожу, он мне даже казалось, что, знаете, какие-то мелкие морщинки, они просто не появляются. Приятный аромат, такой ненавязчивый, неприятная вот такая сладкая отдушка, вот просто крема, приятный аромат. И мне нравилось, что он, я не могу сказать, что впитывался прям моментально, нет, где-то в течение минут 10 он впитывался, но пленки не оставлял, то есть он просто блестел, так знаете, как жир какой-то. Я и утром использовала, то есть использовала перед макияжем, я использовала его и вечером, 2 раза в день его использовала. Я хочу попробовать другой еще крем жирный от фирмы Шисейда, но вот к этому, скорее всего, я снова вернусь, стоил он... Если не ошибаюсь, то ли 3700, то ли... Ну, что-то в этом роде. Я постараюсь в инфобоксе оставить ссылки на все, что я найду. Обычно вот такие вот средства я просто нахожу на Ильдебате сайте и оставляю вам на них ссылочки, чтобы просто могли почитать. Так что я могу сказать, конечно, он не супер какой-то корректирующий, но он классный. Стоит ли он своих денег, это другой уже вопрос. За 15 мл отдавать столько...
Может быть и нет, но мне понравился. Не ждите от него какого-то вау-эффекта, что пройдут все морщинки, все гусиные лапки и все на свете, но вот то, что он поможет тому и поспособствует, чтобы не появились новые, вот здесь вот я могу в это поверить. Следующее то, что я вам покажу, это вот такой вот скраб от фирмы Vitex. Просто обходите его стороной. Это арбузная свежесть, пенящийся гель-скраб для тела, глубоко очищает, бла-бла-бла. Короче, он настолько ужасно пахнет, просто это не арбуз, а какая-то вот химозина. Плюс я не могу сказать, что он действительно пенится, он не пенится, он такое ощущение, простите, пожалуйста, но как будто бы кто-то срыгнул. Какая-то желейная, непонятная, вонючая консистенция. Короче, я его просто, вы знаете, уже ноги скрабировала им, и все, на тело я не могла. Ужасный, ужасный, ни в коем случае не покупайте, не советую вообще. Но следующее, кстати, что у меня закончилось. Я абсолютно случайно в прошлом году, когда была я в Испании, кажется, да, я ходила в магазине и искала определенные салфетки от фирмы Olay, увидев у какого-то блогера. Подумала, что это вот они, ошиблась и купила. Я искала влажные салфетки для снятия макияжа. А это салфетки от Olay. У нас в магазинах таких не видела. Девчонки, если видели, напишите, пожалуйста. В общем, здесь 28 салфеточек. Специально сохранила, у меня уже закончились. Сохранила вот здесь вот буквально одну салфетку. Я ее разрезаю обычно на две части. Вот такого вот рода, видите, она очень-очень... прикольная, пахнет мылом Дав. Для меня это запах мыла Дав, такая приятная душка. И вы мочите, она начинает пениться, то есть и удаляет весь макияж, даже с глаз, абсолютно весь. Я брала с собой на море, я брала с собой, когда вот мне нужно куда-то, чтобы быстро удалить макияж. Все абсолютно удаляет за счет того, что здесь получается, знаете, такой еще скрабирующий эффект за счет вот этих вот таких волокон, то, что ткань так это сделана, но в то же время не царапает лицо, очень-очень здорово. Кстати, вот сейчас мне пришла мысль, можно же найти это на eBay. Пойду искать на eBay и, скорее всего, возьму, да не скорее всего, если найду, я 100% себе возьму, так что советую для такого вот быстрого демакияжа, это просто супер салфеточка. Следующее, что я вам покажу, это крем от фирмы Differin, именно крем. И он не дешевый, 716 рублей он стоил, он против прыщей, акне и так далее. Когда у меня была сильная сыпь, сейчас я вам покажу, как он выглядел, мне косметолог посоветовала взять салициловый спирт, взять левомицетин, смешивать их между собой, протирать лицо, а потом наносить вот этот крем. Я это и делала один раз в день в течение 3 недель, у меня потом сошла такая пленочка с лица, то есть кожа полностью обновилась, но не было жуткого какого-то прям шелушения. И мне понравился эффект, у меня действительно прошли прыщики, так что, мне кажется, для тех, у кого, девчонки, знаю, что есть более дешевые какие-то аналоги, тоже читала потом, но это проверила на себе, закончился, это белого цвета такой вот крем, который немножко жирноват, он до конца на лице у меня не впитывался, наносила его вечером, вот так вот он выглядел. Так что могу посоветовать, у кого есть прыщики, какие-то проблемы, попробуйте. Одно время я начала пить витамины и прям стала покупать всякие БАДы, витамины и брала себе по скидке на iHerb омега-3. Это рыбий жир, здесь было 100 таблеточек, таких капсул рыбьего жира, очень мне понравилось. Несмотря на то, что небольшого размера, они в горло не застревали. Я пила несколько раз в день, хотя советуется, не помню уже точно, как тут вот две штучки один раз в день советуют выпить. Я пила несколько раз в день, ну в общем, на самом деле рыбий жир, он нужен много для чего, он поможет и да, нашим костям, и зрению, вообще и коже, всему-всему, так что это такой необходимый элемент в нашем организме, так что иногда нужно его восстанавливать, пить, поэтому я думаю, что возьму себе снова вот именно вот эти БАДы, мне очень-очень понравились. Далее я вам покажу два средства от фирмы Тони Моли, это их знаменитые яички, у меня закончилось два яичка, хотя у меня есть все три, были вернее. В общем, первое яичко, это вот такая вот, ну, во-первых, да, конечно, дизайн очень-очень интересный, открываете, здесь такая обманка, и это был у меня сужающий крем, вот он уже все там, ничего в принципе нет, и он пах
Не могу сказать, что очень приятно, какой-то скорлупой, вот, знаете, яйцом каким-то мне, правда, пах. Я наносила, и это была такая вязкая, кремообразная консистенция. Наносила на лицо, я не могу сказать, что я заметила, чтобы прямо вот у меня поры сузились или что-то с ними произошло. Она неплохо работала, как очищающая и освежающая маска, потому что она неплохо так действительно именно освежала лицо после того, как вот ее наносишь, и замечала, что черных точек становилось меньше. Но чтобы поры прямо сужались, у нее, как я читала у других девчонок тоже, писали, что какой-то вот эффект мгновенный, то есть там на один день и все. Может быть, поэтому я и не успевала ничего заметить за ней. И следующее яичко, это вот такое вообще идет маслянистый гель с какими-то частичками скрабирующими, в общем, также открывается, и здесь очень приятный запах, просто невероятный. Везде, видите, есть вот эти ограничители, что, конечно, удобно. Вот его я, кстати, сейчас пойду еще и использую. Ах, очень-очень приятный аромат, и... Я делала, знаете что, я макияж снимала вообще с помощью вот этой штучки, и сегодня сделаю то же самое. Частички, вот он у меня сейчас здесь полежал, не очень какого-то цвета стал, так как он валялся непонятно как. Но приятный аромат, неплохо удалял макияж, мне нравилось делать массаж. Вот что тоже очень классно, это по массирующим всем вот этим вот точкам, знаете, вот так вот делать себе массаж, просто невероятно... приятно. Но вот чтобы сказать, что он борется как-то с черными точками, нет. Вот только то, что я говорю, знаете, такой какой-то элемент и момент приятности, но не более того. Так, у меня осталось буквально три средства. Термальная водичка от La Roche-Posay. Могу сказать, мне она понравилась. Дозатор у нее, ну вот, ой, тут что-то закончилось. Не слишком мелко распыляет, но и не слишком, нет, все, но не слишком крупно. И здесь у меня было 150 мл, понравилась мне больше термальная водичка от Uriage, но в принципе, хотя они распределяются примерно одинаковые, смысл у них у всех примерно один и тот же. Стоит не помню сколько, покупала на фармакосметике ее еще. Термальная водичка для чего нужна? Зафиксировать макияж, просто освежиться, перед макияжем нанести. Я сейчас летом просто не могу без термальной воды и на работе, и в сумочке у меня, и в машине у меня сейчас лежит, и дома. Так что у меня, нет, одну таскаю, вернее, я с собой. У меня три термальных водички на данный момент. Понравилась, неплохая, но в принципе можно взять себе какую-нибудь и подешевле. Следующее, что у меня закончилось, это от фирмы Art Visage. Слушайте, у меня такая мозоль на пальце. Вчера съела несколько семечек буквально, и огроменная мозоль. Так, в общем, это средство для удаления макияжа с глаз от Art Visage. Здесь, наверное, миллилитров 130. Могу сказать, что мне понравилось. У меня есть вторая такая баночка. Хорошо удаляет, это была жидкость такого... светло-светло-голубого цвета, хорошо удаляет макияж не только с глаз, но и с лица, убирает тональный, пудру, не оставляет после себя ни липкости какой-то, ни стянутости кожи, поэтому очень-очень мне понравилось, могу как бюджетное средство вам порекомендовать. Ну и последнее, что у меня закончилось, это фирма Palmers, это вот такой вот крем с витамином Е, с коллагеном и эластином для груди. Я все время чем-то пользуюсь, то есть для зоны декольте, для груди. И вообще советую всем молоденьким девчонкам, девочки, или у кого просто там молодые мамочки, или у кого вообще еще все в порядке, нету растяжек и каких-то проблем, пользуйтесь, берите кремы, берите специальные какие-то штучки, потому что, если честно, потом будет поздно. Знаю по себе, и на самом деле я могу раскрыть такой небольшой секрет, я очень хочу себе сделать пластику груди. Вот. Но в любом случае, сейчас, несмотря на все свои проблемы, я пользуюсь постоянно какими-то средствами. У меня закончился вот этот вот крем для груди. Здесь было 125 грамм. Могу сказать, что не произвел он на меня впечатление. Это был такой силикон. Вот именно силикон, который я наносила. Я не видела ни питания. Да, он впитывался неплохо. Да, он не оставлял никаких разводов, ни липкости, ничего, но чтобы действительно он как-то эту кожу подтягивал, ну понятно, что там невозможно, но вот знаете, даже хотя бы ощущать, нет,
Ничего особенного, абсолютно мне он не понравился. Все-таки от таких штучек мне хочется хорошего питания и увлажнения, а не просто на ощупь, что вот все гладко очень стало. Но это немножечко не тот эффект, потому что, да, вот как раз-таки это такая вот обманка, скажем так. Ну что ж, я вам рассказала про очередной пакетище своих пустых баночек. Я надеюсь, что вам было интересно. Всем спасибо за просмотр. Берегите себя и своих близких. До новых видео. Пока-пока!